Всем огромный привет! Сегодня хочу поделиться рецептом вкусного домашнего печенья лимонное. При самом минимальном наборе продуктов можно приготовить очень вкусное домашнее печенье. Кстати, такое печенье можно готовить в пост. Лимон разрежем, косточки, если есть, убираем. Кладем в блендер. Добавляем сахар 150 грамм и пробиваем блендером до однородности. Переливаем в миску. Добавляем 100 мл растительного масла, одну пачку ванильного сахара и перемешиваем. Отливаем 1/3 массы и отставляем в сторонку. Отмерим 400 грамм муки, добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, перемешиваем. В меньшую часть кладем примерно 120 грамм муки и делаем из этой массы крошку, отставляем в сторонку. Остальную муку кладем во вторую часть и замешиваем тесто песочное. Берем стандартный противень от духовки, руками формируем прямоугольник. Края подравниваем, сверху кладем крошку, равномерно распределяем. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 200 градусах 15-20 минут. Вынимаем и разрезаем. Подаем к чаю. Готовьте, пробуйте, присылайте ваши фотоотчеты мне в Инстаграме. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Огромное спасибо, что делитесь моими видео со своими знакомыми в соцсетях. Если вы еще не подписались на мой канал, подпишитесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!